Привет-привет! Меня зовут Ксюша, и добро пожаловать на мой канал о косметике и красоте, на котором мы сегодня будем тестировать вот такую вот новинку от бренда Tami Tanuka, неукротимый лавовый василиск. Это новая палетка, которая буквально 21 августа стала доступна к продаже, и я ее получила 2 часа назад, уже успела насвочить, уже успела кое-что с ней сделать, и сегодня хочу поделиться с вами своими впечатлениями и своим мнением о вот этой вот малышке. Но прежде чем я начну, конечно же, подписывайтесь на мой канал и обязательно ставьте авансом лайк этому видео, потому что оно будет классным, интересным и очень творческим. Ну и давайте начинать. Итак, ребята, палетка неукротимый лавовый василиск была доступна к продаже 21 августа. Старт был 12:00, у меня стоял будильник, я сразу пошла и купила. И что мне очень понравилось, то что у бренда Tami Tanuka часто палетки представлены в двух вариациях. Есть мини-версия, например, как взяла я, здесь всего лишь 3 грамма продукта. И вот такие вот крошки рефила, она буквально, вот видите, типа такая с ладошкой. И есть также полноразмерные палетки, в которых 12 грамм, конкретно василиск полноразмерный стоит 2900 рублей, эта же малышка стоит 1400 рублей. И если делать пересчет на граммы, то, конечно, такую малышку гораздо менее выгодно покупать, чем большую версию, но, например, для таких людей, как я, которые снимают обзоры на косметику, у которых этой косметики очень много, мы просто не успеваем пользоваться всеми оттенками, поэтому мне приятнее заказать маленькую палетку, попробовать все оттенки, и понимать, что она не пролежит у меня неиспользованная без дела в ящике, а я буду периодически ее доставать, и мне хватит ее на какое-то время, причем я ее допользую до конца, потому что, спойлер, здесь оттенки просто сумасшедшие красивые, и я уверена, что рука к ней будет тянуться очень часто. Господи, я сижу на полу, и у меня просто охренеть, как затекли ноги, все потому что я оставила свой штатив в машине у мужа, а он уехал на работу, и сейчас, собственно, у меня весь сетап моей съемки просто буквально на коленке. Сейчас я вам сниму. Просто здравствуйте, все стоит на полу, я на полу, передо мной какой-то мусор. И, ребята, с палетками бренда Tami Tanuka я познакомилась буквально недавно, пару недель назад у меня вышло видео про их тоже недавнюю палетку, предпоследнюю, четверговое чаепитие. Там я настолько с первого раза влюбилась в этот бренд, влюбилась в текстуры, влюбилась в оттенки, что я решила поглубже изучить бренд Tami Tanuka. И, конечно же, ссылочку на четверговое чаепитие я оставлю в описании, обязательно после просмотра этого ролика переходите и посмотрите. И к покупке этой палетки я подготовилась уже гораздо лучше. Я изучила группу ВКонтакте Tami Tanuka, я изучила сайт, почитала все про оттенки. И мне очень нравится, что бренд подробно описывает свои продукты, рассказывает, самостоятельная палетка или нет, рассказывает, как какой оттенок лучше наносить, какой у него финиш, и, что самое главное, дает очень красивые имена своим оттенкам. Это нельзя назвать названиями, это реально сказочные волшебные имена. И на сайте заявлено, что палитра неукротимый лавовый василиск содержит пламенные оттенки яркой гаммы, акцентные металлики и дымчатые тона горения. Первый оттенок называется пиромантка. Это такой рыжий огонек, плотный жирный металлик. Используйте пальцем или влажным способом для глянцевого эффекта. Я же на свое веко наносила все оттенки кистью, и кистью эти оттенки переносятся просто волшебно. Я уже не раз рассказывала, что у меня есть просто любимейшая кисть для нанесения всех металликов, всех сатинов, в общем, всех оттенков, в которых содержатся сияшки. Это вот такая вот кисть Рид от Yupi Brushes. У него очень приятная, мягкая, но в то же время достаточно упругая, такая шелковистая шерстка. Просто великолепный ворс, который волшебно набирает на себя любые сияющие оттенки. И у меня есть целый плейлист, посвященный кистям, где я рассказываю, какие кисти я использую для лица в работе, на себе. Делаю обзоры на различные наборы кистей, и всегда эта кисть попадает у меня
топовый топ. Я ее просто обожаю, и ссылочка на плейлист будет, конечно же, в описании. Обязательно переходите и посмотрите, если вы хотите поближе познакомиться с кистями и узнать, что для чего необходимо. Тогда я еще на телефон снимала, поэтому там не будет такой роскошной картинки, но тем не менее информация довольно полезная. Если вам интересно еще послушать больше про кисти, посмотреть различные обзоры, обязательно пишите в комментариях. Следующий оттенок — профиль оттенка чертовка, густой красный оттенок. Также плотный металлик. Оба металлика идеально для акцентов, стрелок и графики. Я могу сказать, что эти оттенки, вообще в принципе все сияющие оттенки здесь крутые не только для акцентов, стрелок и каких-то штучек, а они крутые и сами по себе. Если вы любите смелый, супер яркий мономакияж, вы можете взять любой оттенок сияющий из этой палетки, нанести его себе на подвижное веко и просто растушевать по неподвижному, потому что тушуются они чистой, плотно набитой кистью, каким-нибудь бочонком. Я бы, наверное, лучше взяла синтетический, чем козу. Будет тушеваться просто великолепно. Следующий оттенок — профиль оттенка ревнивица, фиолетовый сатин. Средняя сложность использования, рекомендуется нанесение пальцем. Как я уже сказала, все оттенки наносила кистью, даже кистью Рид. Нанесение просто великолепное. Оттенок очень красивый. И я бы даже не назвала это сатином. Мне кажется, это какой-то клевый металлик. Но если там метанука, такие оттенки считают сатинами, я им поверю. Следующий профиль оттенка — грезящая о расколе мира. Культовый пламенеющий фиолет. Подходит для мономакияжа, легкий в применении. Наиболее хорош во влажном нанесении пальцем на все веко. Этот оттенок влюбил меня в себя. Ребята, если вы слышите какой-то шум, у меня открыты окна, потому что сегодня довольно жарко, и у меня березы шумят за окном, потому что дует ветер. Сергей Безруков был бы просто в восторге, он бы тут уже про Русь матушку спел. И, в общем, это очень-очень красивый, нежно-фиолетовый, легкий дуохромистый, переливающийся в какой-то золотисто-розовый. Наверняка камера не смогла передать всей красоты этого оттенка и вообще всех этих оттенков. Но просто знайте, что это отвал всего, это очень красиво, это очень нежно, и этот оттенок очень хорошо будет смотреться также в мономакияже, не очень кричащий, не очень ярко, как предыдущие три оттенка. Мне еще нравится, что там Метанука на сайте пишут, сложный ли оттенок в использовании, или тяжелый, или средней сложности. Всегда полезно такое знать. Следующий — матовый оттенок без профиля. Обрамление соседних оттенков — сиреневая дымка. Не рекомендуется использовать на неравномерно просохшую базу, и это правда. Я использовала его на неравномерно просохший консилер. У меня местами залип, там Метанука нас об этом предупредили. Поэтому для использования этого оттенка я бы, наверное, сначала нанесла какую-то пудру себе на неподвижное веко, а затем мягкой кисточкой я бы начинала это все аккуратненько тушевать, очень легкими движениями, такими вуальными нанесениями, и сразу лучше не бахать много продукта. Но цвет очень насыщенный, очень красивый и такой прям... Мне кажется, это похоже на оттенок Very Berry, который сейчас вот в этом году, в 22-м, институт цвета Pantone признал цветом года. Мне кажется, похож. И последний оттенок — это просто мой любимый. Я в него влюбилась, я буду им краситься. Мне кажется, мне его не хватит, и мне придется либо покупать еще раз эту палетку уже полноразмерную ради одного оттенка, либо мне придется покупать отдельный рефил, потому что, насколько я знаю, у Тами Танука продаются отдельные рефилы. Единственное, что они гораздо дороже выходят, чем вся палетка. И это профиль оттенка Пава. Один из самых популярных фиолетовых оттенков. Имеет голубой блик на фиолетовой базе. Может использоваться соло и легок в применении. По-моему, это больше синий оттенок с фиолетовым отливом. Он точно на фиолетовой базе, потому что есть фиолетовый перелив. Но я бы не сказала, что это фиолетовый оттенок, это синий. Но в целом очень красивый. И также на сайте сказано, что матовые оттенки лучше накладываются и тушуются на подсохшей, нелипкой базе. При намокании же из-за высокой пигментированности могут темнеть. Сатиновые оттенки, наоборот, лучше всего накладываются влажным способом. Также рекомендуется наложение пальцем для максимально яркого эффекта, особенно у призматиков. Обращаем внимание, что формат микротестеров наименее выгоден, про что я говорила, так как размеры рефилов очень маленькие и вес теней в них составляет чуть меньше 1/3 от полного формата. Боже, палитра серии Sigil X — это вот серия каких-то яиц, которые постоянно открываются. Открылось яйцо Василиска. Являются лимитированными. Предположительное время продаж всего 3 месяца. Но после окончания в продаже палитры все оттенки, кроме лимиток, останутся доступны для заказа поштучно. И на сайте прямо предупреждает там Метанука, что микроформат, вот такие вот ознакомительные палетки, это рефил всего 15 мм, действительно малышка. Я думаю, что это сделано наверняка, потому что были прецеденты, кто-то заказывал маленькую палетку и очень удивлялся, когда ее получал. Поэтому правильно, что бренд предупреждает заранее, что это прям малышка-малышка, и за это им огромный лайк.
Ну и как я думаю, вы поняли, я успела посвочить эту палетку и на руке, и на глазах, посмотреть, как она себя проявляет. Именно поэтому мне хочется сделать не просто какой-то стандартный макияж, а хочется сделать что-то креативное, что-то очень интересненькое. Я думаю, что обычными макияжами мы все уже немножко наелись, поэтому сейчас мы будем смотреть не на саму текстуру, не на само нанесение, потому что из свочей уже понятно, что это просто отвал всего, это великолепно. А я хочу сделать что-то просто красивое и вас вдохновить, поэтому давайте уже приближаться и начинать макияж. Ой, ребята, я совсем забыла сказать, что мне же дали в подарок еще два оттенка. Мне дали полноразмерку рассыпчатого пигмента порошок для запудривания мозгов мадам Лоло. Обожаю название, там метанука, это всегда что-то волшебное. И также советница мглы, это тестер оттенка, там всего, по-моему, 1.5 грамма, там вообще, короче, какая-то капля продукта, но мне с четверговым чаепитием точно такой же оттенок приходил в тестере, поэтому я сыпала все в одну коробочку, и теперь есть у меня очень красивый такой графитовый, слегка сияющий оттенок. Невероятно круто, я думаю, будет для смоки. И на удивление, он прям круто тушуется. А оттенок порошок для запудривания мозгов мадам Лоло — это какая-то просто невероятно красивая ангельская пыль, которую так и хочется носить на ваши глаза. Но я думаю, что в сегодняшнем обзоре я эти оттенки не буду использовать. И когда-нибудь я сделаю просто отдельное видео про рассыпчатые пигменты от Тами Танука. Я беру побольше всяких плоских кисточек. Боже, какой сегодня свет у меня хороший. Я с двумя софтбоксами. Как вам? Короче, много вот таких вот кистей. Тут у меня и Юпи, и Рефер, и Джаст. И я думаю, что я еще много чего буду использовать, потому что мне хочется делать сегодня много всяких линий. У меня просто консилер на веке. Консилер от Rose In. Как видите, у меня такая же кисточка, как Рид, только поменьше. И это кисть Рэм. У меня есть еще совсем маленькая кисть Рой. Просто чистой кистью, у меня это Рефер 03, такой вот маленький бочонок, типа карандашик кисть. Я растушевываю границы, и они просто великолепно растушевываются. Ну и как видите, синий я увела в невероятный фиолетовый. И сейчас я, кстати, вижу, что это, да, все-таки сатин, нежели сияющий оттенок, потому что сравните синий и сравните фиолетовый. И внизу я все это увожу в оранжевую загогулину, и оранжевый цвет я дублирую на внутреннем уголочке. Очень красиво сияет, и маленькой кистью бочонок Рефер 03, все той же, я втушевываю этот оттенок в консилер, и я просто, если честно, в восторге от того, как эти оттенки тушуются. Это просто что-то невероятное. Эти красивущие, просто сливочные, мягенькие штучки тушуются как боженьки. У меня ничего, кстати, не зафиксировано пудрой здесь. Боже. Теперь я беру вот этот вот малышочек дуохромчик и тоже что-то буду с ним делать. Слушайте, кстати, реально вот этот вот синий, это на самом деле не синий, а фиолетовый, у него только синий перелив, потому что когда я сначала провожу линию без вот этого вот наслоения дикого отражающего оттенка, он прям какой-то фиолетовый, сиреневый. И я беру красный оттенок. Просто праздник какой-то, слушайте, это какой-то карнавал. Ту-ту! На нижнее веко я хочу нанести матовый. Этот оттенок будет хорошо ложиться на базу от NARS. В принципе, у меня и на консилер сейчас на нижнее веко неплохо ложится, учитывая, что он у меня уже зафиксировался без всяческих пятен. Но вот база NARS, она, знаете, создает такую шелковистую поверхность у вашего века, не липкую. Для этого оттенка прям идеально. А, кстати, совсем сияющие оттенки очень круто наносить на, например, бонд от Pro Makeup Lab, либо на Duraline, либо на клей для глиттера. Короче, это будет очень красиво сиять. Либо просто вы можете кисть смочить фиксатором водой. И видите, вот я вот здесь вот влажным способом наносила на мокрую кисть. И очень красиво отражает. Кстати, я решила, что для креативного макияжа мне нужны веснушки. Их видно? Вот, например, наслою оранжевый. Влажной кистью, я имею в виду. Какой-то сильной особой разницы я не вижу, но эта кисть очень круто наносит. Красиво, боже. Можно я так буду ходить каждый день? Казалось бы, прям типа такой креативный макияж, но на деле на него ушло минут 15. Он очень легко делался. И очень оттенки прям вот хорошо работали, как надо. Хочу немножко вот сюда вот фиолетовый попробовать наслоить мокрой кистью.
Ну, вроде есть в этом тоже какой-то смысл. Я очень люблю такие макияжи. Во-первых, я люблю такие оттенки. Я сначала, когда увидела эту палетку, подумала, что она слишком яркая для меня. Но вот эти вот все голубые, лавандовые, фиолетовые, это мне кажется, что к моему типу внешности очень подходит. Как бы я не любила нейтральные макияжи в обычной жизни. Что-то такое яркое, но в то же время не вырвиглазное. Это можно назвать не вырвиглазным. Мне кажется, мне очень идет. Так, ребята, я сейчас накрашу второй глаз, пожалуй, приклею ресницы, и, возможно, мы с вами наклеим немножечко страз, так что не переключайтесь. Ну что, ребята, я наклеила ресницы, я докрасила второй глаз, и на эту сторону лица я уже наклеила стразы. Я обязательно сниму это все в красивом свете, чтобы было видно, как это все невероятно сияет. И мне кажется, я очень похожа на Василиска. Получилось прямо клево. И сейчас я на эту сторону лица наклею стразы, так же, как здесь, собственно, зеркально. Использовать я буду для этого клей Ардель для ресниц, как всегда. Кстати, я снимала видео, где повторяла макияжи из Эйфории, и там я тоже клеила много страз при помощи этого клея. Ссылочка на эти видео будет в описании. Если вам, конечно же, интересно, обязательно посмотрите. Что ты в расфокусе, собака? Смотри, как много страз. Сколько можно? Самое, короче, тупое, когда долго и упорно снимаешь, как клеишь стразы, а потом на монтаже понимаешь, что ты либо в расфокусе, либо ты где-то вот здесь, вот и ни хрена непонятно, не видно. Тут что-то это мне напоминает, что-то я делала, мне кажется, похожее. Ну что ж, ребята, вот такой вот образ у меня получился. Я не знаю, не лишние ли стразы, но, по-моему, все довольно ярко, все очень прикольно. И почему-то именно с этой палеткой не хочется делать какой-то суперстандартный макияж, по крайней мере, сегодня. Я надеюсь, что этот обзор вам понравился, что он стал для вас информативным. И если вы хотите увидеть более классические макияжи с этой палеткой, я их обязательно сделаю в шортсах, так что подписывайтесь на канал и следите за выпуском видео. Но про палетку я хочу сказать, что она очень красивая. С ней оказалось очень легко и приятно работать. У всех оттенков просто невероятно шикарный финиш, просто волшебное сияние. И я думаю, что частенько я буду ее доставать, несмотря на то, что она настолько яркая. Но я, ребята, хочу поблагодарить вас за просмотр. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Ну и мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!